Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Люди случайно удаляют собственный чат с другими и часто беспокоятся о том, как его восстановить. Не беспокойтесь, сегодня я хочу показать вам, как восстановить удаленную информацию и фотографии в WhatsApp. Сначала вам нужно скачать ульт дата. Вы можете увидеть адрес загрузки во вступительном видео. Затем подключите свой телефон к компьютеру. Здесь вы можете выбрать данные, которые хотите восстановить. Но первое, что вам нужно восстановить, это данные WhatsApp. Поэтому вы должны выяснить, где находится WhatsApp. Затем нажмите «Далее». Ульт дата начнет автоматически восстанавливать удаленные данные. Как вы видите, данные ульт дата успешно восстановлены. Затем вы можете экспортировать данные на рабочий стол компьютера или любым другим способом на компьютере. Вам также будет удобно найти его позже. Спасибо за просмотр. Надеемся, это видео вам поможет.